Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля Skoda Octavia A5 Scout 2007 года выпуска. BMM – рядный четырехцилиндровый турбодизель, объем 2 литра и 8 клапанов, мощность 140 лошадиных сил и 320 ньютон-метров крутящего момента. Производим замер компрессии на холодном двигателе. Первый цилиндр. 26 килограмм. Второй цилиндр. 25 килограмм. Третий цилиндр. 26 килограмм. Static. Четвертый цилиндр. 26 килограмм. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лидово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.